Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик по обзору звезд. И сегодня, конечно, ребята, я просто приофигел. Этот обзор будет что-то, нечто, не знаю, насколько долгий он получится. Но обязательно прямо сейчас, ребят, прожимаем лайкосик на данный ролик. Такого вы еще точно не видели, и такого вы еще точно не ожидали, что могло произойти на данной охоте за звездами. Переходим к этому топу. И что мы видим? Кто падает? Кто падает? Микс падает. И я, честно говоря, просто в шоке. Я не ожидал такого поворота точно. Я думаю, что вы тоже не ожидали, что ЖК Микс упадет, что он не будет держать этот топ-1, что его смогут обогнать. А обогнать смогли его именно игроки. Самые задротские чемпионы, которых я только знаю, видел и вижу на данный момент и общаюсь. Это просто жесть. Двое уже обогнали. Адвокат с King of TP, он же Тёмик. Ну а Аветису осталось буквально 15 звезд. Сейчас обновим, если у нас обновится. Нет, не обновляется ничего. Так что отрыв минимальный. И уже завтра, скорее всего, если ничего не поменяется и Микс не будет возвращаться, не будет жестко нагибать именно таки по ночам, то первые три места уйдут за игроками Team Pointers. И для меня это, честно говоря, какой-то нонсенс. Я не знаю, зачем они столько играют. Просто зачем? Это просто жесть. У меня такие эмоции, вы бы просто знали, когда я только зашел, когда я увидел вот это вот все. Когда я увидел, сука, мать его, просто 3220 звезд уже на первом месте. Я думаю, вы просто долбанулись или долбанулись? Зачем? Просто зачем? Это жесть. Это просто жесть. Открыв рейтинг, посмотрев вот на эти цифры, где у нас заработанные кристаллы, 660 тысяч кристаллов заработано за 4, за 3,5 дня. За 3,5 дня заработано 660 тысяч кристаллов. То есть, если они продолжат так же играть, у них будет заработано почти, блин, почти 1 300 000 кристаллов. Это просто, просто жесть. Просто жесть. Я очень интересуюсь, и мне вообще в принципе очень интересно, как это все дело закончится, насколько жестко оно все поменяется, и в принципе сможет ли Микс вернуть себе этот топ-1. Вот это, наверное, для меня самый главный вопрос, на который вы сегодня, ребят, должны ответить в комментарии. Так что прямо сейчас стопаем ролик, пишем в комментарии, сможет ли ЖК Микс вернуть себе топ-1 и обоссать этих нуба трех чемпионов, которые просто, я не знаю, что из себя возомнили и сколько они просто уже набили. Это жесть. Это просто жесть. Я честно, не имею больше слов, я не знаю, что говорить, когда я вижу такой рейтинг, когда все именно вот таким образом, каким оно сейчас происходит. Это, с одной стороны, это круто, но с другой стороны, вы просто представьте, сколько времени надо было потратить, сколько надо было нервов спалить. Я бы так не смог, отвечаю. Так, ну ладно, про топчик, первые три там места и четвертое на Аветисе, все понятно. Дальше у нас 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е даже, все стабильно. Ребята играют, вчера они были в топе, сегодня они так же само в топе. Ничего у них не поменялось, потихоньку звездочки бьются, Биг Танк старается. Биг Танк пытается не отставать, пытается остаться в этой десятке. В принципе, у него все, в принципе, получается. И пока я думаю, что у него никаких проблем с занятием топ-десятки нету. Ну, а десятое место, как я вчера и говорил, что у нас уже завтра сможет появиться новый танкист, новая девушка, миссис Валевская. Подняться в топ-десяточку, и она поднимается, выбивает VIP YouTube VIP, который имеет звание генерал-майор, и в принципе у нее не такой хороший гараж. Ну и получается, что он не так много времени уделяет этим звездам и в принципе теряет свою десятую позицию. И думаю, что в скором времени этот отрыв, который сейчас имеется 60 звезд,
превратиться уже в какие-нибудь 2-3 сотни и догнать VIP YouTube уже не сможет. Но в принципе это пока еще не точная информация, я пока не знаю. Вдруг он сможет, вдруг не сможет, как там у него пойдет дела, может Валевская вдруг резко перестанет играть и у него будут все шансы догнать и занять эту заветную десятку, побороться за фриз ХТ. Может быть и так, посмотрим, что будет завтра, но сегодня такой день, такой обзор, которого я реально, ребят, не ожидал увидеть. И насколько он жесткий получился для меня, просто это эмоции, просто эмоции. Вот первые 5-10 секунд, когда я вижу этот топ, я просто офигел. Я думаю, что это вообще? Просто каким образом? Каким образом вы обгоняете Микса, который сказал, что он не упадет? Он сказал, не упадет, а он упал. Поэтому я даже не знаю. Не знаю, что будет дальше. Надеемся, что Микс вытянет свою первую строчку, обоссыт этих тимпоинтерсов. Ну, пока как-то так, ребят. Если вам понравился данный ролик, то обязательно, если вы еще не поставили, то прожимаем лайкосик, подписываемся на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Приходим на стримы, которые у нас проходят каждый день в 7 часов по московскому времени. Там будем также нагибать. Набивать не так много, конечно, звезд, но тоже будем набивать звезды и, в принципе, разыгрывать ценные призы. Поэтому, ребят, если вам интересно все это дело, обязательно приходите. Но у меня на этом все сегодня. Спасибо, ребят, что посмотрели данный ролик. Всем удачи и всем пока. До нового обзора завтра. Давайте, ребят.